Здравствуйте, друзья. Губернатор Гладков набрал воздуха и выдал базу. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня произошли самые тяжелые последствия за последние 2 года, которые принесли за собой обстрелы со стороны вооруженных сил Украины. Сегодня это Белгород. Сегодня это Белгород. Губернатор намекает, что это только начало. Только что завершилось заседание оперативного штаба, где все руководители силовых структур доложили о последствиях массированного удара. Интересно, как это ракетный удар получился массированным, если в Белгороде стоит не имеющий аналогов ПВО? На сегодняшний день у нас 108 человек раненых, из них 15 детей, из них 5 детей в тяжелом состоянии. На сегодняшний момент 14 человек погибло. Это горе. Это называется, вчера обстреливали Украину, а сегодня прилетело в ответ. Предлагаем жителям покинуть поврежденные квартиры, пункты временного размещения. Они уже определены. Бросить ваши дома и квартиры предлагаем, а закончить никому не нужную бессмысленную войну не предлагаем. Война эта не нужна никому, кроме Путина. А воюют все кто угодно, но только не он. На сегодняшний момент у нас есть информация о повреждении более 100 автомобилей. Большая часть уничтожена полностью, сгорели. Единственное, чем поможет губернатор тем, у кого сгорела машина, так это советом, если нужны деньги, подписывай контракт и едь на войну. И решение принято об отмене массовых мероприятий на территории всех приграничных муниципальных образований. Все массовые мероприятия будут прекращены. А почему мы не можем выйти посмотреть на новогоднюю елку, папа? Не поднимай голову, сынок. Это потому, что мы политикой не интересовались.